Поделиться опытом. Красноярский край и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве. Для этого в регион прибыла делегация из Тюмени. Спикеры краевого парламента Александр Ус и думы Тюменской области Сергей Карипанов подписали документ, согласно которому высшие органы власти субъектов будут совместно отстаивать в том числе законотворческие инициативы на федеральном уровне, но и не только их. У нас схожая структура экономики, прежде всего сырьевая экономика, экспортно ориентированная. Тюмень в большей части представлена нефтяной отраслью, у них гораздо более сбалансированный бюджет. Поэтому нам есть чему поучиться, как работать и с крупными налогоплательщиками, как, соответственно, делать бюджет минимально дефицитным. Они этого сумели добиться. Дополнительные возможности налаживания контактов как межхозяйственных, так и между органами власти появляются возможности в связи с тем, что газо- и нефтетранспортная система с ваших месторождений идет через Ямало-Ненецкий округ. Она идет широтным путем, не меридиальным, с севера на юг. Поэтому я полагаю, что там появятся новые точки соприкосновения, и, наверное, мы будем контактировать, в том числе и по вопросам, связанным, допустим, налогом на имущество, поскольку газотранспортная система – это все-таки мощное имущество, будем так говорить, по другим вопросам.